Coca-Cola. Das amerikanische Fake. Я люблю добрую колу. Это я буду пить. Антон, космонавт. Снега, конечно, не хватает. Ну, что для настроения такого новогоднего. Феликс пьет баварское пиво. Да, Феликс? Да. Yeah. Вот у меня и нам принесли такой вот хлебушек клюквенный, суповый и бородинский. Вот такая там намазка. Идем к еду. Феликс принесли тут рыбу красную, да? Вкусно? Угу. Угу. И с Мурманск. Угу. С Мурманск. И такое вот нам принесли. Мяско. Картошечку. Красиво? Да. Сейчас будем пробовать. Сейчас я хочу, смотри. Да, я сказала. Да, это я хочу. Мясо бычка. Буду пробовать. Очень вкусно. Мясо очень вкусное. Мясо прям нежное, такое вкусное. Вообще очень вкусно. Такой вот медовик нам принесли на десерт. Заказали с домашней сметаной и облепиховым куртом. И Феликс тоже решил попробовать. Он никогда еще не пробовал. Медовик не знает. Феликс, так расскажи, почему ты хочешь еще в Россию? Почему ты хочешь быть в России? Так вкусно. Так вкусно, да? Торт очень вкусный. Шоколад тоже очень вкусный. Феликс у меня сейчас съест шоколад. Приятного аппетита. И скажи в комментарии, что твой фаворит торт. Да, скажите в комментариях, какой ваш любимый торт. Да. Мой медовик. Феликс, твой любимый торт. Сахар. Торт сахар. Феликс, любимый. Пишите. А это тоже. Комментарий. Да, очень.